По итогам прошлого года Башкортостан сохранил свои позиции в топ-10 аграрных регионов. В 2016-м объем валовой продукции сельского хозяйства составил почти 166 миллиардов рублей. По этому показателю республика занимает 7-е место по России и 2-е в Приволжском федеральном округе. По производству мяса крупного рогатого скота Башкортостан сохранил лидирующие позиции. Регион по-прежнему на первом месте в стране. Производство овощей закрытого грунта в прошлом году вывело республику на 2-е место, оставив позади Татарстан и Ставропольский край. В республике собрали 66,5 тысяч тонн тепличных овощей. Для сравнения, в Краснодарском крае, который традиционно считается лидером отрасли, урожай тепличных хозяйств составил 88 тысяч тонн.